вышла на улицу, монтирую для вас видео. И смотрите, я в одеяле. В общем, знаете что, ребятушки, мы челлендж с Эвелиной не выдержали. Мы не ходим купаться, потому что днем еще так нормально, тепло, знаете. А вечером вот так. Это несмотря на то, что я сижу в кофте, еще укрылась одеялом. Да, похолодало, что-то похолодало у нас. Я просто еще почему сижу на улице, монтирую видео. Ну, во-первых, хочется подышать свежим воздухом, уже надоело сидеть дома. Я не снимала сегодня, я сегодня боролась с жучками в шкафу у себя. Не хотела это снимать, потому что развела такой срач, что ужас просто. Напала на засранку чистота. И кто там гудит? Ну, короче, это... Что хотела сказать-то? В общем, я это не снимала. Завелись у меня жучки в муке. И мы купили один спрей в магазине. Его, говорят, рекламировали по новостям. Или, ну, в общем, в рекламе он был. Я не видела эту рекламу. Вообще не смотрю. Ни телевизор, ничего не смотрю, кроме Ютуба. И, в общем, что он безопасный, что он эффективный, что он борется со всякими этими насекомыми. Сидела муха на окне. Я на нее поспреяла. И, вы знаете, эта муха, бумс, и все. В общем, приговорила я ее к вечной жизни. И это, поспреяла я этим спреем в шкафу в этом, где у меня все эти стояли. Знаете, я как заметила? Достала сухие хлопья для Тимы утром, насыпала их, а там вот эти жучки. Я до этого встречала в муке, но как-то их не так много было. Я потом поставила эти пакеты с мукой в целлофановый пакет, нашла в Google, что нужно добавить листья лаврушки, и их не будет. Ну, я не думала, что они могут завести в сухих хлопьях. А когда увидела, мама дорогая, думала, все, надо с ними бороться. Вот это я сегодня боролась, зато столько выбросила. Уже и просроченное там было, и недоеденное, и то, что уже давно пора надо было выбросить. В общем, много от чего избавилась, чего уничтожила. Ну, вот так достаются, как достаются бесплатные продукты, так они и уходят. Что-то не съели, то и выбросить не жалко. А если бы это было куплено, то жаба бы давила, конечно. Ну и, в общем, вот это я вышла сейчас на улицу и воздухом подышать, и жду свой заказ с магазина. Помните, когда мы в январе болели короной, и я делала заказ с магазина в Walmart, и он мне не пришел. Я потом ездила, разбиралась и ругалась, и сказала, что больше я такие заказы делать не буду. Ой, в общем, сделала я этот заказ опять, потому что неохота мне ехать в магазин. Зачем это делать, если это все могут привезти на дом и бесплатно? Надеюсь, что привезут. Вот это я теперь сижу и жду, потому что сейчас уже в это время, примерно с 7 до 8 вечера, должны как раз сделать эту доставку. Ну, посмотрим, привезут, не привезут. Если привезут, и не придется снова с ними ругаться, обязательно покажу, что я заказала, что они привозят. И бесплатная доставка была. Если заказываешь больше, чем на $35, а я заказала больше, чем на $35, то доставка бесплатная. Посмотрим, насколько они не обманут. Надеюсь, что они в этот раз окажутся честными. Тима, что ты строишь? А? А, он хотел что-то построить, но у него не хватает деталек. Что ты? Change your mind? You wanna build something else? Yeah? Но все равно он сказал, что он что-то построит. Так, короче, вот, пришел мой заказ. Пришел вовремя, минута в минуту. Дима увидел этот заказ, говорит, не поняла, что это такое. Я говорю, мне просто неохота было ехать в магазин, поэтому я сделала доставку на дом. Сейчас будем смотреть, что мама купила. Так, в этих двух сумках были вот такие хлопья. Это очень хорошая фирма, и с шоколадными кусочками. Моим понравились, не знаю. Я не понимаю шоколад в холодном молоке. Но им нравится, ладно.
Вот такой сериал Крейв. Это сухие хлопья тоже. Сухой завтрак. С шоколадом внутри. Две бутылки сока. Сколько здесь? В каждой бутылке литр 89. 1 литр 890 миллилитров. И это один из неплохих соков, где только сок, вода, кислота, это лимонная кислота. И все. И ничего больше. Кефир. Тима вообще любит кефир с голубикой, но не было. Поэтому взяла с клубникой. Надеюсь, что не он выпьет, так Эвелина выпьет. Эвелина тоже любит кефир, да? Угу. Вот этот кефир тоже хороший. И, кстати, я прочитала, что кефир нужно пить перед сном, чтобы лучше спать. Не знаю, почему, с чем это связано. Ну, вернее, там сказано, я сейчас уже не могу сказать. Не помню. Вот это крем-чиз Филадельфия, сливочный сыр. Тима подсел на него, любит его очень. Вот такой кример для кофе, ванила карамельный. Вот этот взяла фиш-соус, хочу делать капусту. И там именно нужен вот такой соус. Фишка той капусты именно в этом соусе. Попробую, что мне из этого получится. Потому что капусту дали на бесплатке, ее надо куда-то использовать. А я покупала, кто живет в Америке, знает кимчи. Есть такая капуста. У меня слюни бегут от нее, очень вкусная. Такая она остренькая, кисленькая. И думаю, можно сделать же самой, чем покупать и переплачивать. Так, вот такие картриджи, это для... Да, тебе ничего не заказала, прости, дружок. Это картриджи для воды. Ирина, принеси бутылку, я покажу, где мы их используем. Такие куриные кусочки. Тима попросил, чтобы я ему... Ну, Ирина, конечно же, будет кушать, не только Тима. Здесь нет никаких антибиотиков. В общем, правду говорят, неправду, не знаю, что выращена курица без каких-то вредных ингредиентов. Ну, посмотрим. В общем, вот для вот такой бутылки, смотрите, вот эти картриджи продаются. Получается, что вы пьете воду, и она с вкусом идет, но и в то же время он такой вкус можно отрегулировать самим. Здесь есть... О-о, нападение. Здесь есть такая шкала, что вы можете регулировать себе вкус послаже или покислее, как вам нравится, или вообще можно без вкуса сделать. Так, идем дальше. Взяла вот такие тортии. Видела на Фейсбуке в одной группе, что с них делают пельмени. Смачивают под мокрыми полотенцами, этими, знаете, как их сказать, это бумажные полотенца, размягчают их, раскатывают и делают с них пельмени на специальной вот этой резке, которая в специальной форме. И говорят, что, ну и показывают, что неплохо получается в группе русской мамы на Фейсбуке, русские мамы в Америке. Там я увидела такую подсказку. Так, мини-такос вот такие, нашим понравились они. Тоже, Велина, тебе тоже понравились такие? Да. Тоже им понравились. Иногда какой-то нужно быстрый перекус, они их разогревают и делают... себе. Ну, пусть не полезно, но не всегда так бывает. Но в то же время вкусный обед. Вот такое кофе карамельное. Очень вкусное. Так, может быть, кто-то напишет. А, Starbucks взяла. Поддерживаю голубариков. Я их не поддерживаю, но если кофе вкусное, то оно вкусное. От этого ничего не сделаешь. Так, и вот такие бейгелы. Они очень тонкие. Они тонкие, не толстые. И вот именно с крем-чизом, вот с таким сливочным сыром, Тима их кушает, и ему очень вкусно. Не помню, на какую сумму я сделала этот заказ. Доставка у меня бесплатная была. Поэтому я рада. Иногда буду пользоваться такими услугами, может быть, даже чаще, чем до этого. Потому что это очень удобно. Хотела я с этих тортей сделать пельмени. Я вам говорила, что я видела на Фейсбуке, как это делают. Раскатывают эту лепешку. Ничего у меня не раскатывается. В общем, ничего у меня не получилось. Зато посмотрите, чего она я налепила. И это еще не все. Вернее, это не начало. Это уже конец. Вот такая красота здесь. Как всегда, чебуреки бегут у меня. И вот такая красота здесь. Это уже
Только 4 штуки или 5 штук отсюда уже съем. Ну, где-то 4 штуки, наверное, отсюда съели. Очень вкусные. Намного вкуснее, чем чебуреки, которые я раньше делала. С тортии уже готовых. А именно вкусно очень. С неготовых тортии, с таких сырых. Чебуречки. А вы любите чебуреки? Я вот тут провожу новые эксперименты. С соковыжималкой. Знаете, что я хочу сделать? Какой сок? Апельсиново-морковно-сливовый. Вы слышали когда-нибудь о таком соке? Я нет, но очень хочется попробовать. Смотрите, какой красивый сок получился. И вот какие получились отходы. Так, смотрим. Это у нас апельсин. Осталась только кожурка вот эта сверху. Ну, это морковка уже понятная какая. Какие отходы от морковки мы уже знаем. Ну, довольно-таки сухая, смотрите. Ну, вместе со сливой, если она перемешанная, то, конечно, такая она макроватенькая. Но так ничего. Конечно же, я это выбрасываю. Никакую запеканку, ничего я такого... делать не буду, скорее всего. Но сок... Ой, простите. Сок мы обязательно сейчас попробуем. Кстати, хочу уточнить, почему я морковку еще сюда добавила. А потому что у меня морковки много с бесплатки. Куда мне ее девать? Вот буду теперь на сок ее переделывать и пить. Я люблю морковный сок. Так, смотрим на всю эту красоту. Мои не знают. Я специально сделала это сама, чтобы они потом попробовали и определили. Узнают они, какие там находятся ингредиенты, или не узнают. Так, надеюсь, что разделила поровну. Жалко, что, конечно, это все не с холодильника. Только что у нас с холодильника? Морковка только, то, наверное, он тепловатый будет. Но посмотрите, какой же он красивый. Очень красивый. Готова к дегустации? Ага. Ты знаешь, с чего этот сок? Нет. Правильно, не знаешь. Понюхай. Чем пахнет? Апельсином. That's good. Что там? Там 3 ингредиента. Что, апельсин? Uh-huh. Морковка? Uh-huh. Яблоко? Uh-uh. Ну, может быть, даже не почувствуешь, потому что там всего лишь 2 только. Не? Не знаю. Слива. А, я хотела сказать слива, но не сказала. Так, пошла экспериментировать над папой. Окей. Так, проводим эксперименты над папой. Готов к дегустации? Всегда готов. Нюхай сначала. Ну, апельсиновый сок. Первый ингредиент угадал, еще 2. Пробуй. Яблоко? Нет. Что за что? Да кто его знает? Ну, по цвету посмотри, на цвет хотя бы. Уже по цвету можно догадаться. Ну, апельсиновый сок по цвету. Еще что? Нет, но это слишком яркий для апельсинового. Ну, что еще? Начинается на букву МА. На букву МА. Да. Манго? Не, ну оранжевый. У нас нету манго. Ну, нету. Скажите, пожалуйста, на букву МА что может начинаться? Морковка! А-а-а. Еще что там? Что еще? Третий ингредиент. Начинается на букву С. Заканчивается на букву ВА. Слив. Правильно, молодец. А это смотрю, что что-то попадается такое, как мякоть сливы. Я уже второй день на сливах. Ну и как? Вася. Не кукарекай. Тоже хочет.
Нормально? Пьет, выпил уже, значит нормально. Все. Требует повторения. Нету. В следующий раз.